Мериндера. Род растений семейства лилейных. Цветки крупные, белые или розовые. Появляются всегда одновременно с листьями. Мериндера встречается в Турции, Иране, Афганистане, на Балканском полуострове, в Индии, Средней Азии и Африке. Растет в предгорьях Кавказа. Представляет интерес в качестве декоративных многолетников, цветущих ранней весной. У некоторых видов растения установлено наличие алкалоидов. Клубни луковицы среднеазиатских видов могут использоваться как средство борьбы с грызунами, так как ядовиты.